Жеребьевка команд чемпионата Европы под эгидой КОНФА прошла в польском городе Кракове. В этом году участие в чемпионате примут 12 сборных команд. В их числе Абхазия, Арцах, Луганская и Донецкая народные республики, Лапландия, графство Ницца, Чамерия, Падания, Сардиния, Сикейский край, Западная Армения и Южная Осетия. По итогам жеребьевки чемпионата Европы под эгидой КОНФА сборная Абхазии попала в группу «Б». Наша команда поборется за выход из группы с командами графства Ницца и Чамерии. По мнению экспертов, одна из команд довольно опытна и хорошо подготовлена. Но по словам футбольного эксперта Вианора Тужба, шансы на выход из группы у сборной Абхазии есть. Однако не стоит недооценивать среди команд участниц и дебютантов, которые могут стать серьезными соперниками. Если говорить вообще о всем турнире, то, ну, естественно, фаворитами, наверное, будет команда Арцаха, Нагорного Карабаха, так как хозяева турнира, очень сильная команда Падании, двукратный чемпион Европы. В этом году впервые как бы участвует, дебютирует команда ЛНР и ДНР. Все знают то, что, как правило, в Донецке и в Луганске всегда очень был сильный футбол. Как бы. Поэтому эти команды тоже, наверное, представляют довольно серьезную силу. Весь состав участников этого чемпионата, в отличие от предыдущих и чемпионатов Европы и мира, он ровный. Таких проходных игр, как были на предыдущих чемпионатах, ну, допустим, вот как у нас когда с Чагасом, где были результаты 11-9-0 и так далее, таких на этом чемпионате не будет точно. Для того, чтобы сборная Абхазия хорошо проявила себя на чемпионате Европы, футболистам нужно чаще тренироваться. Для этого нужно провести как минимум 2 сбора и несколько товарищеских матчей. Понятно, что все команды одинаково хорошего уровня не бывают. Кто-то чуть сильнее, кто-то чуть слабее в плане техники, в плане тактики, в плане функциональной подготовки. Но вот все эти параметры нам, нашей сборной, нужно решать заранее. Шансы есть, однозначно есть. Я думаю, что это и показал чемпионат мира, который у нас проходил. Это, в принципе, всего лишь прошло там более 2,5 лет, скажем так. И не просто так ведь стали чемпионами. Да и на чемпионате Европы последнем, что в Лондоне, наша команда, в принципе, выступила неплохо. Просто, опять-таки, не хватило нормальной подготовки. И если это все в комплексе удастся, то я думаю, что наша команда однозначно выйдет из группы, вполне по силам войти в финальную четверку, это однозначно. Конфедерация независимых футбольных ассоциаций КОНФА, основанная 7 июня 2013 года, объединяет сборные по футболу, официально не входящие в состав ФИФА. Она насчитывает более 40 команд. В 2016 году чемпионат мира КОНФА прошел в Абхазии. Тогда наша сборная стала победителем турнира. В этом году чемпионат Европы под эгидой КОНФА будет проходить с 1 по 16 июня в столице Нагорного Карабаха Степанакерте. Сайджар Сали, Алексей Баструков, Абхазское телевидение.